Сменить провайдера давно пора. Трижды замуж Теле2. Включите в тариф домашний интернет. 3 месяца за него оплаты нет. Его легко подключить. И даже не нужно никуда ходить. Переходите на сторону домашнего интернета Теле2. Место, где вы живете, это территория, которая весьма своеобразна. Завтра в новых выпусках. Воздействие на вас какое-то было в прошлом. Это самое страшное в вашей жизни. Я полагаю, что они открыли здесь или портал, или воронку. Что-то негативное отсюда однозначно идет. Было ощущение, что я тихонечко схожу с ума. Экстрасенсы. Битва сильнейших. Завтра в 6 вечера на ТНТ. В новом выпуске шоу «Воли» Дима Масленников расскажет, как он ел настоящего мамонта. Вечная мерзлота, она иногда оттаивает, тела мамонтов поднимаются наверх. Звучит аппетитно очень. Митя Фомин устроит откровенный стриптиз. Давай, пресс! 50 лет человеку! Кто хотел помыть деду, он готов. А также в этой студии будет мисс Москва. Вы вообще выглядите как человек, у которого есть карта тройка. Я тут не вижу, но там, по-моему, четверка. Шоу «Воли» в воскресенье в 9 вечера. Стань, еще не надо исповедоваться. Премьера на ТНТ. Все звезды наши. Освежающий Лаймон Фреш. Натуральный состав на 100%. Лето там, где Лаймон Фреш. Снято. Перерыв. Хорошо рубишь? По-стародворски. Рубить в стародворье мы умеем. А вот сервелат мясорубский. Не пробовал. У наших фермеров берем мясо, рубим его по-стародворски, добавляем ароматные специи и томим сервелат в печи для особой сочности и вкуса. А вкусно нарубили? Стародворье по-настоящему вкусно. Посмей выйти на новый уровень. Открой расчетный счет в точке. Только посмей. Точка. Банк для предпринимателей и предприятий. Я поднимаю этот бокал за... 1 рубль? Получайте электронные фишки и выбирайте наборы бокалов «Шеф-консомелье» всего за 1 рубль. Когда мы полны решимости что-то сделать, нас ничто не может остановить. А если мы поранились, на помощь придет «Бетадин» – удобный антисептик, который помогает бороться с вирусами, грибками и бактериями. «Бетадин» – останавливаться нет причин. В мире сотен нельзя. Йота говорит «можно». Пробуй первый месяц всего за 399 рублей. Решай, сколько гигов и безлимитных приложений нужно тебе. Можно. Йота. Кул Кола. Следуй себе. В Урал-Сибе мы знаем, что перспективы там, где чувствуют. Там, где ждут. Там, где любят. Перспективы есть. А с банком «Уралсиб» они становятся реальностью. «Уралсиб». Перспективы там, где вы. Комфорт АЗС-Т Бойл теперь и в удобном приложении. Быстрая регистрация. Все важное на главном экране. Ваш статус, количество баллов, а также множество приятных предложений, которые вам понравятся. Весь комфорт Т Бойл теперь и в приложении. Начало новой эры. Воплощение совершенства. Гармония формы и содержания. Стремительное движение линий. Завораживающая игра света. Энергия и мощь. Новые Exceeder X. Искусство технологий. Заводи! А почему твоя мама бежит? Поехали! Я за второй смартфон не заплатила! Гони, Настя! Не буду я гнать! Надо вернуть! Поздно! Там еще подписка премиум. На троих. Мы все повязаны. Как? Второй смартфон в подарок. Настя. Очень смешно. Сейчас домой пешком пойдете. В магазинах МТС второй смартфон Infinix в подарок. А еще семейная подписка премиум на полгода и 3 месяца связи. Смартфоны это к МТС. Спортмастер плюс рыбалка. Покупайте товары для рыбалки в мобильном приложении, и мы вернем вам бонусами 30% на онлайн-заказ. Спортмастер. Гарантия подлинности товара.
Пантола против духоты. Освежи свой взгляд. Сбербанк представляет сервис «Кредитный потенциал». Планируйте свои мечты. Узнайте заранее сумму и условия по всем доступным для вас кредитам. Рассчитайте кредитный потенциал в Сбербанк онлайн прямо сейчас и оформите кредит по самой низкой ставке в Сбербанке – от 4% в первый месяц. Это наша первая семейная веснушка на носу моей прапрабабушки. Не сразу можно понять ее ценность, но все меняется, когда за дело берется любовь. Веснушка покорила непокорное сердце и разбежалась, разошлась. Стала самой дорогой ценностью – семейной. Некоторые пытаются ее маскировать, некоторые носят как украшение. Сохрани ее и передай другим поколениям. Национальный проект «Демография». Всероссийская премьера. Звучит увлекательно. Алексей Серебряков. Либерея – это библиотека Ивана Грозного. Мы вместе найдем Либерею. И Тихон Жизневский. Вы в курсе, что это все немного по-маньячески выглядит? В приключенческом боевике, который сам по себе представляет особую историческую ценность. Тут везде одни кости. Все нормально. Мертвые вам ничего не сделают. Максимум, что грозит, бубонная чума. Либерея. Охотники за сокровищами. В воскресенье в 22:30. Премьера на ТНТ.